Клянись, что ты приедешь. Поклянись, Антуан. Не бойся, малыш, я друг твоего отца, и я поклялся тебе помочь. Так хочется стать ангелом-хранителем. У меня мать не на хвосте. Но устоять перед искушением не сложно, а очень сложно. Это анонимный чек на $300,000. Я пришел наставить тебя на путь истинный. Чудовище! Подлец! Между ангелом и бесом.